Всех приветствую на канале «Железнодорожное путешествие». В сегодняшнем видео я расскажу о своей поездке в Вишневое. Как всегда, я отправляюсь со своим товарищем с вокзала Киев Пассажирский. Подписывайтесь на мой инстаграм, ссылка будет в описании, чтобы следить за всеми новостями на канале, а также за моими ближайшими поездками. В Вишневое мы ехали на электричке Киев-Казатинка, которая прошла капитально-восстановительный ремонт. И в салоне она была намного лучше, чем обычные пригородные электрички Фастова. Также она была покрашена, чистая и ухоженная, в отличие от старых фастовских электричек. Не скажу, что КВ идеальный. На самом деле есть что улучшать. Так, например, можно было бы реализовать возможность зарядки мобильных устройств от розеток внутри салона. Делать экраны на потолке, которые бы показывали текущую станцию, а также весь маршрут электрички. Радует, что улучшили звуковую систему. Теперь, когда озвучивают станцию, слышно четко. В салоне было тепло, улучшили освещение, но для велосипедов места до сих пор нет, что тоже плохо. Также можно было бы наконец-то реализовать кондиционеры. Их можно было бы разместить на потолке, там где находится вентиляция. Отмечу тихий и плавный ход КВРных электричек. Они не дергают, разгоняются достаточно быстро, у них улучшили электродвигатели. Хотелось бы, чтобы все электрички Фастова выглядели примерно так же. Подъезжаем к небольшому городку Вишневое, что в Киевской области, недалеко от Киева. Попрощавшись с нашей электричкой, мы отправились гулять по городу, а также снимать различные железнодорожные движения. Итак, по станции Вишневая нам удалось заснять несколько поездов, а именно пригородные и региональные поезда ER9M и D9M, также проезжал Тарпан, он быстро промчался и уехал на Одессу. Также мы встретили поезд Винница Сумы под тягой ЧС-8.
Насладившись туманным вечером, а также поснимав на станции Вишнявой, мы отправились обратно. И тут мы были расстроены. Вместо красивой отковыренной электрички приехала старая фастовская электричка. Грязная, ржавая, неухоженная. В салоне смердело, какой-то грохот стоял, окна немененные, и даже половина ламп не работала. В салоне топилось слабо, было прохладно. Ползла она еле-еле, скорость была очень маленькой. На этом все, дорогие зрители. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а также оставляйте комментарии. До скорых встреч!